Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу вам представить наш новый проект на 234 квадрата, вот такой дом, который может проживать две семьи. Он прекрасный, снаружи отделан силикатным кирпичом, поэтому он полностью может помочь для того, чтобы, если вы хотите переехать сюда не одни, а со своими родителями. Это прекрасный дом для такого был и построен. Пойдемте посмотрим, что за планировка у нас внутри этого дома. Первым делом мы попадаем в просторную прихожую, где можно установить необходимую мебель и спокойно развернуться. Направо из прихожей расположена спальня, в которой подобраны интересные обои. Далее мы проходим в коридор, где находится лестница на второй этаж. Напротив лестницы можете видеть санузел, и справа от него кухня с выходом на террасу. На втором этаже также расположен коридор, из которого мы можем пройти в две спальни. 13 и 27 квадратных метров они. Санузел и гардеробную. Как в санузле, так и в гардеробной установлены вытяжки для очистки воздуха. Данный дом состоит из двух одинаковых половин, которые зеркально расположены друг от друга. Но если необходимо, вы можете внести свои изменения в любом нашем проекте. Этот дом мы можем предложить вам в двух вариантах отделки – в кирпиче и под фактурой штукатуркой. На задней стороне дома расположены террасы, которые по желанию хозяев мы можем выполнить в разных вариантах – крытую, остекленную, с раздвижными витражами или с навесом. Также для некоторых хозяев будет актуальным подвал, который мы размещаем под террасами. После чего, когда мы поставили его уже на учет, мы занялись газом. Мы полностью подготовили всю документацию, получили техусловия, разрешение и завели в данный дом газ уже тоже своими усилиями с нашими юристами. Наш клиент никуда не ходил, ничто не делал. Он полностью приехал буквально вчера и уже заселились в этот дом, уже полностью готовый. Они нигде ни в чем не участвовали. От них только надо было разрешение на то, чтобы наши юристы могли полностью выполнять все работы вместо них. С вами была компания «Стройгарант Анапа» и я, Константин. Будьте в курсе всех событий. Всем пока!